Всем здорово, ребят. Вебка, как обычно, тупит. Ладно, пофиг. Все нормально сфокусировалось. В общем, у нас сегодня новая мега-эпическая игра от IGG. Raids and Puzzle RPG Quest. Просто обалденная игруха. Я в нее уже заходил. Я сейчас просто, чтобы снаново пройти это все, показать вам, захожу. Мне скинул этот прикол мой подписчик Михаил, за что ему спасибо. Вы видели, я играл одну увлекательную игру раньше, я ее показывал, немножко играл, стримил. В общем, у нас сейчас будет полный трэш. Вот чем занимается IGG, вместо того, чтобы сделать нормальные локации, сделать какие-то нормальные нововведения в игре, изменить что-то, они делают новые игры. Это по сути сырая игра. Вот, я просто в шоке, ребят. Вот, смотрим внимательно. Пазлы. Это называется игра просто от бога. И потом вы увидите, почему я решил заснять этот видос. И напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. В общем, поехали. Это, конечно, жесть, ребят. Я, честно говоря, сам немножко в шоке. Raid Puzzles, новая игра, ребят. Обалденная игра просто. Просто... Я не знаю, меня... Я вот вообще не понимаю, что вы творите. Поехали. Поддержка лайф есть. В общем, у нас уже все открыто. Вот такая вот у нас игра. К сожалению, я начало пропустил. Но я думаю, вы все равно все поймете. Это игра пазлы. То есть самые обыкновенные пазлы. Интересное можете построить. Короче, куча всего. Лаборатория, нифига себе. Нифига себе. Ну, вообще, вообще огонь. Куча ресурсов, ребят. Куча всего. Так, теперь смотрим. Ничего себе, нам дают призвать бесплатно. Смердушка. Открыть. Нифига себе. Мы вытащили с вами какую-то, ребят, мега эпическую имбу. Еще один призыв. Что мы здесь призываем? Зеленый стручок. Зеленый стручок никому не нужен. Ребят, никому зеленый стручок не нужен. Блять, я чисто поражаюсь. Окей. Итак, у нас есть рейды, карта. Вот, я не знаю, вам там, наверное, все не видно. Я попробую уменьшить, так, чтобы было более читабельно. Вот, карта. Поехали. Первый левел. Вот такие вот враги, вот такие вот награды, ребят. Грибы, все дела. Добираем сюда нового героя. Просто no comments. Завершить. Это отряд. Ну, здесь назвали его просто питомец. Мини-зелье нажали. Окей, вперед. Все. Все супер. Сбор ОМ у нас идет. И дальше мы открываем. Мы спасаем, ребят, Аннабель. Мы спасаем Аннабель от тьмы. Поехали. Ну, я думаю, многие, кто играют пазлы, уже поняли, о чем речь. Ну, нет, я вам просто покажу. Так, отлично. Набили манку героя. О май гад. Смотрите, какие деревья на нас смотрят. Жесткие, прям жесткие типы. Я не читаю, я не вникаю, конечно, в скиллы. Потому что это дополнительно. Так, отлично. По идее, ну, если так вот на первый взгляд, кто с вас видит эту игру, ну, игра такая, поразвлекаться нормально. То есть пойдет. Вышли. Побежали обратно в замок.
лагерь, обучить. Хотя мы просто пройдем такую мини-обучалку. Что надо сделать? Все сделали. Чить. Забрали плюхи. Ну, тут, возможно, знаете, немножко анимация другая, но... Ой, сумка, деревянный меч, костюм новичка, руководство по алхимии, сумка путешественницы, материалы, паста, веревка. Осталось только мыло найти. И, короче, смотрим лесной замок. Локации пошли дальше. Следующая локация по левелам, да? Окей. Награды за бездействие. Интересная, интересная тема, кстати. Смотрите, как вообще отлично. Мне это нравится. Герои мы посмотрели. Карта. Призыв. Вот смотрим внимательно сюда. Призыв героя света. Призыв эпического героя, эпического питомца. Просто какой-то призыв есть. Ну, героя тут я не знаю. СР, СР, ОМОН, ХД, Страйкер, Нидас, Афон, почти как айфон, Аполлон, Брюс, Аннабель, Барлоу, Кокоро. Блять. ХД, все, мы пошли по второму кругу. Ну, призывается, понятно, вы поняли, что за бабло. Эпические герои. Шелла, Алвис, Мастер Риб, Друль. Друль, вот это мне нравится название. Друль. Диана, Эмбер, Брюс, Буря, Никас, Фай. В общем, понятно. Питомцы. Близнь. Крутая, крутая игруха. Просто эпическая. Так. Идем в замок. Семидневный вход. Понятно. Смотрим. Куча специальных наборов. Я вам просто показываю сразу все. Набор новичка. Щедрый набор подарков. Ну, ни разу ни доната нету, знаете, много. Семидневные мистические карты. Короче, куча всякой срани донатной. Внимательно посмотрите на интерфейс. Монстры 12-100. Награды все. Энергия, выносливость. Выносливость при набеге. Выносливость гильдейской охоты. Новобранцы. Карту внимательно посмотрите. Вот магический шар есть, ребят. Летает. В общем, такие вот земли. Внимательно смотрите карту, вот это все. И теперь самый эпик этого видоса. Почему я решил заснять это все? Это просто пипец. Рядом находится у меня на столе Empires and Puzzles. Игра от совсем другой фирмы, которая была намного раньше сделана. И... просто заходим и смотрим. Вот эту игру я играл, я вам ее показывал, видосы писал, многие в нее играют. И что мы здесь сейчас увидим? Для тех, кто не знает. Это просто трэш, ребят, честно. Я вообще, честно говоря, в шоке насчет того, как можно было так взять просто тупо и слезать полностью всю игру. Вот объясните мне. Смотрите. Вот вам вся карта. Ничего не напоминает? Нет? Странно как-то. Призывы. Не, ну... разное все-таки все. Энергия, еда. Мировая энергия, энергия набегов, энергия титана. Ну, немножко по-другому назвали. Самоцветы, монстры. Заходим, набеги.
5 героев, какое-то реально совпадение, турниры, ну мы там дальше просто ничего не открыли. Заходим в карту. Странно, да, вот реально странно. Как-то очень-очень совпадение такое прям нереальное. Донатные акции. Даже внизу, если посмотреть. Замок, герои, миссии. Но здесь просто больше открыто. Альянс, гильдия. Вот скажите, пожалуйста, HG, вот что это такое? Вот как можно брать так и слизывать полностью игру? Все. Не, новая игра создана. Нахрена вы ее создаете, если в нее толком никто не будет играть? Если люди играют в эту игру, в вашу игру 100% играть не будут. Сделайте нормальную одну игру и ведите ее там либо две, либо три. Ну нахрена штамповать игры, тем более вот так вот слизывать. Ну я не знаю. В общем, ребята, вот такой вот вам видосик и трэш. Кто хочет, попробуйте, поиграйте там, тут, напишите в комментах, какую разницу вы увидите, может что-то там новое, мегаэпическое придумали, но абсолютно все, что бы мы ни играли, награды, добыча, враги, поехали, сражаемся с противниками. Но скажите, чем-то отличается? Чем-то оно отличается? Просто поменяли героев, прорисовали других, и все, шаблон один и тот же. Ну это просто пипец, ребят. В общем, такой вот трэш, я не знаю, что вы там думаете дальше себе, но это, конечно, печаль. Все, всем удачи, всем пока.